Здравствуйте! Вы на канале «Это интересно». И сегодня я расскажу вам о самых быстрых поездах в мире. Мы начинаем! Девятое место. Eurostar Train, Франция. Поезд не так быстр. Он может разогнаться до 300 км в час, но вместительность поезда впечатляет 900 пассажиров. Восьмое место. Avialtalgo 350, Испания. Поезд Alta Velocidad Española называют утконос. Прозвище проистекает из аэродинамического вида ведущего вагона. Он может разогнаться до 330 км в час. Седьмое место. THCR 700T. Тайбэй, Тайвань. Его вместительность 989 пассажиров. Разгоняется до 335 км в час. KTX-2. Южная Корея. Именно так называют корейский поезд пулю, который смог разогнаться до 352 км в час. Но на данный момент максимальная скорость на коммерческих маршрутах ограничена 300 км в час. TR-09, Германия. Он смог разогнать скорость до 450 км в час. CRH-38-0A, Китай. Максимальная скорость на маршруте 380 км в час, а максимально зафиксированный результат 486,1 км в час. Поезд перевозит почти 500 пассажиров, а посадка реализована как в самолете. Shanghai Maglev Train, Китай. Этот поезд удерживает скорость 431 км в час в течение 90 секунд, то есть он преодолевает за это время 10,5 км, но его смогли разогнать до 501 км в час. TGV POS, Франция. Первым по скорости среди рельсовых поездов является этот поезд. Удивительным является то, что в момент фиксации рекорда скорости поезд разогнали до 574,8 км в час. При этом журналисты и обслуживающий персонал были на борту. Но даже с учетом мирового рекорда скорость поезда при движении по коммерческим маршрутам не превышает 320 км в час. Шинкансен, Япония. 21 апреля 2015 года на спецучастке во время испытаний в префектуре Яманаси состав смог развить скорость 603 км в час. На борту был только машинист. К безумной скорости можно прибавить удивительную бесшумность этого суперпоезда. Отсутствие колес делает поездку комфортной и удивительно плавной. На коммерческих маршрутах его скорость составляет 443 км в час. Вы были на канале «Это интересно». До скорых встреч!